И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем решать загадки в The Dark Eye, Chains of Setina. В принципе, мы близки к победе, но чего-то я туплю. Я не понимаю, что от меня хотят, точнее, я понимаю, что от меня хотят, но что-то у меня не получается ничего сделать. Нам нужно каким-то образом увеличить статую и при этом ее раскрасить в цвет в нужный, точнее, в цвета радуги. Но при этом, когда мы пытаемся увеличить статую, наш замечательный... Герон говорит то, что... А, нет, она не раскрашена. И вот фиг его поймешь, если честно. Что с ним не так? Не, может, я не в то место такую статую, не знаю. Ну, он сейчас скажет, водопад может быть полезен, бла-бла. Perhaps the waterfall will be of use. But first I'll deal with the right colors. Вот. Но мы с этим разобрались. У нас уже все есть. У нас все нормально. Но он не хочет. Таинственно. Не знаю, прям даже. Может, мы что-то не докрасили уж, я не знаю даже. Потому что... Вообще должны были, потому что если вот сюда поставить наш замечательный цветовой камень... У нас тут все цвета. That's absurd. A stairway or a rainbow or both. Вот. Белый, собственно, призмочка. Или это какой? Это же белый, правильно? Каждый охотник желает знать, где сидит. Где синий, кстати. О, синего не хватает. Сидит фазан. До меня дошло. Синего цвета не хватает. Японские боги. Хорошо. У нас есть оранжевый. That's enough. Хватит, да? У нас есть оранжевый. Как получить из оранжевого синий? Зеленый добавить? Скорее всего, потому что желтый, зеленый это синий. А это там чего не хватает-то? A stairway? That's absurd. Да ничего подобного. Так, как получить синий? Вопрос. Где достать зеленый? У нас перья, в принципе. Кстати, у нас же перья зеленые. Но они белеют. Они ж белеют, когда зима наступает. А у нас павлин спит только, когда у нас зима на дворе. И что делать? У него зимой перебелеют. Нужно его заставить заснуть летом. Ну как это сделать? Это хороший вопрос. А может быть, кстати, сделать просто... Когда он там первый час полуночи, да? Это даже как... Это какой в данном случае? Это вот этот вот. Вот это вот. Вот это перо. Так. Сейчас. Нужно сделать... Короче, нужно сделать зеленое перо и повторить. Да? Наверное. Хотя перо тут причем краска, она... Хотя хрен его знает, это единственный зеленый цвет, который я тут видела. Так, сейчас. Если перо вымазюкать, оно же не поменяет цвет. Но я не знаю, у меня больше нет вариантов. Нам вот это перо нужно. Ну, то есть не перо, но вы поняли. У меня просто нет других вариантов. Так, где это, мужик? Верн. Куда-то делся. Так, сейчас попробуем. Может быть, зеленое перо надо будет под воду подставить, чтобы, я не знаю, оно как-нибудь потекло там. Ну, краска, все дела. Я не знаю. Но я буду стараться. Так, северзепт. Не оно. Подожди. Что это за звук такой? Подожди, где северо-запад-то? Запад, северо-запад, подожди, юго-запад. Какой нам нужна сторона? Какой нам нужен сторона? Вот, вот она. Ну нам это ничего не дало. Потому что сейчас лето.
Сейчас я, конечно, возьму, и он будет белым, и он не заснет. Вот беда, на самом деле, потому что у него цвет меняет. Меняют перья. Вот как жить так? Как его обмануть? Подожди-ка. А что если... А что если... Смотрите, когда зима, значит, нам вот это летом нужно перо, да? Наверное. Сейчас попробуем. Потому что у меня нет больше вариантов. Не туда. Так, подожди. Пардоните. Так. О, господи. Ну, пойди сюда. Точно не то. Сейчас, короче, я путаюсь просто здесь со сторонами. Все, не путаюсь. Короче, мне, по-моему, нужен северо-восток. Либо восток. Это вряд ли северо-восток. Засни, ради бога. Подожди, не получилось, что ли? Так нет, то, что надо. Хотя нет. Он летом же не засыпает. Ну, черт. Как бы его так обмануть? А, он же определяет по воде, лето или зима. Он же ни хрена не видит. Нужно заставить остановиться воду. Но при этом, чтобы было лето. Ну-ка. Как остановить воду? It'll only get lost. Нужно вот, все, что нужно, это остановить воду. Вот что. Все, я поняла. Вопрос, как это сделать? Did I... Отличный вопрос. Кверх ногами поворачивать бесполезно. Может, призмочку взять? Кверх ногами и призму забрать. Правда, от этого ничего не изменится. Потому что вода все еще течет, только в другую сторону. Как остановить воду? Вопрос дня. Я знаю. Надо вот здесь как-то ее заблочить. Я теперь поняла, для чего это. И как ее остановить? My arm is too short. Я знаю. Так, все, все, я поняла. Я не дебил, я поняла, но я не знаю, как это сделать. Проблему. Как это сделать? Чем заблочить воду? Чего нам не хватает? Чего мы не так делаем? Подожди-ка. Может быть, ее в камень превратить? Ну-ка, иди сюда. I don't wanna know what that is. Это вода, посмотри на нее. Нет? I'm not in... Мы же его не просто так с собой таскаем. Может, он нам еще где пригодится. Или прям тут, кстати, его за это самое. А как мы потом ее обратно? Никак. Не, надо как-то по-другому. Может быть, с помощью морской... Ага, хрен тут. Хотя, почему нет? Хотя мы ее взять не можем. Ой, господи! The seashell is whispering. From now on, game and dance, the pictures in the gallery and the garden is possession of raisins is forbidden. Изюм. Doves that died of thirst do not a tasty meal make for anyone in their right mind.
Anyone who disobeys the laws will be banned. Изюм. У нас есть изюм? Я не знаю прям. Так. Doesn't work. Why should I? Да я не знаю. No time. It isn't. Not even here. Так, подожди. Как заткнуть воду? Huh? Как заткнуть воду? Huh? Да я знаю, что нет. Плетеная корзинка нам зачем? Well. Of course. Я понимаю, но... Гвиндлинг. Как остановить воду? У нас даже ничего... Может, с этим еще разок поговорим? Может, он нам что даст? What vision? They warn us. The Birdman gave them. The heart. Silent. Понятно. What are they? Lord, they have been whispered. Бла-бла-бла. Ничего интересного. Понятно. Хорошо. Черт. Я, кстати, кажется, знаю, куда нам нужно воткнуть корзинку. Как же воду-то заставить остановиться, а? Ее надо как-то перебить там. Наверное. О, задачка-то. Так, корзинка, пожалуйста. Вот тебе гамак. Оу, this is cozy. I'll stay here. And now I'll dream of my oral. How can a person fall asleep that fast? Так. How in the name of the unknown can I make a blind statue see? I'll leave it alone. He's asleep. Да не, рановато. Tiny little eye, open up the eye. Did you remember my birth? Look here, your birthday celebration. Congratulations. Tell me about my celebration. Стихами говорят. There are players. Their flutes are shiny and the harps glitter in the light. Yay! Such bright music. Такая няшка. All the guests are dancing at your feast. They laugh and dance so that their faces light up very bright. That's beautiful. There's a big raisin cake. It looks like a giant molehill with butter crumbs. Wow, so big! I love raisins. I'd love to see all that. So why don't you open your eye? Your birthday's waiting for you. Yes. I can't miss so much light and butter crumbs. Yes. So where is my celebration? But wow! This sight, all this light. How could I ever live without that forevermore? I'll never close my eyes again, ever. Well, thank fecks for that. Главное, не поворачивайся, тусовщик. Так. The right eye is as blind as the left one. Слушайте, а может быть его сюда перевести, и он... Ну-ка. I'll leave it alone. Нет, нельзя. Вообще нельзя. Not now. The queen. Королева что-то пишется. А почему она, кстати, не это самое, не окаменевает? Вопрос. Хорошо. Ой, жесть какая, посмотрите. The little guy still seems to like this destroyed world, and the blind god has his eyesight back. Не помню, что. Says I only bring bad luck. Не помню, чтобы наш чувачок был с таким огромным глазом. Your Majesty. Has he fulfilled? Нужно со статуей разобраться. Look out the window. Isn't the blind birdman looking at you? He is indeed. We do not know how.
The young one has achieved all these tasks. Как-то все. What tasks am I supposed? He shall build as soon as all the... He should make... Короче, видимо, это задание должно было выполнить после статуи, но что-то со статуей я затупила. Как заставить воду остановиться? Зачем нам лук? Misusing weaponry. That's an idea. Мы его можем... Мы его пытались вроде разбить, I'd better. Но нет. А если осколок вот это? It isn't go... Нет. That doesn't... It isn't... Я не знаю. I can do nothing. Мы уже вроде все собрали, все, что могли. Осталось только статую увеличить, то есть заставить... Точнее, с цветами разобраться. Но черт, как заставить павлина заснуть к летом? Как воду остановить? Вопрос века просто. Это глупо. Doesn't work. Да я понимаю. Неудивительно. Что мне сделать-то с тобой, вода? Huh? Не зря же здесь глаз нарисован, да? Too far away. So I'm supposed to bring back even the war, but unless I can save Nuri, this is all meaningless. То есть открытый глаз нужно... Ну, блин, ну я не понимаю. Подожди. У меня есть идея. Бредовая, но идея. Нет. Why on earth should I do that? Ну, перенести его на этот глаз. Нет. Нет, совсем. Not a very... Так, господи, что ты хочешь тогда? Ты мне объясни мне. No, he's not now. The queen is. I'll leave it. Hilda always let her. At least I could make one creature happy. Что от меня хотят? Блинский, блин. Чего я не понимаю, как остановить воду? Кроме зимы. Мне же нужно ее как-то остановить без зимы, правильно? Наверное. Зачем мне лук? Кто-нибудь объяснит мне? Хочешь лук? Нет, да? Жаль. Да все еще течет. Ну и логично, в принципе. Я не понимаю. Я не понимаю, почему у них... Где синюю гребаную краску взять? Господи. Чем мы еще не подобрали? Че не так? Вроде у нас все есть уже, все, что нам нужно, да? Но нам нужно, я так подозреваю, все-таки зеленый хвост. Может, он каким-нибудь образом действительно краской потечет? Ну, черт, я не понимаю, как его вязать. Точнее, я догадываюсь, но мне не получается. Почему на юг можно еще? Ой. Почему все-таки некоторые здесь светятся, а некоторые нет? Вопрос. Вода все еще течет. Как с тобой сложно-то, а?
Короче, давайте сейчас по кругу пройдемся. Не знаю, что мне это даст. Павлин все равно не заснет, пока вода течет. Но я уж так, в перестраховке. Может, что произойдет? Как остановить воду? Как? Каком кверху? Не-не-не. Глаз. The bird god obviously only speaks to the queen, if at all. Вода, вода. Чё ж ты такой упоротый там, парень? Что это вообще, колышек, господи, для чего он? This doesn't yield anything. I'm not sure. Я вижу. Гвиндлинг wouldn't. Так, давай-ка. Слушайте, вот чисто даже логически, как остановить воду с тем, что у нас есть, с теми предметами, что у нас есть? Ведь можно же как-то, наверное. Так, ребятки, в общем, вы не поверите, никакого синего нам не нужно, оказывается. То есть синий в радугу у нас не входит, по всей видимости, ну, по крайней мере, по логике этой игры. В общем, нам нужно было сделать все намного проще. Вот, вот честно, вот, вот не догадалась бы, потому что мне четко сказали, тебе нужны все цвета гребаной радуги. Но оказывается, нужно было просто, если я правильно поняла текст, нужно было вот сюда поставить статую. Вот, 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 ну, ну, я вообще никогда не догадалась бы, потому что это нелогично. Нет синего цвета. Его же нет? Его нет. Какого фига? Ну и чё? Она покрасилась. Она, я помню, не покрасилась, да? Может, еще что-то положить сюда? It isn't so easy. Not even here. Видите, даже сейчас не работает. А почему? Сейчас, подожди. А, подожди, сейчас. Не-не, все, сейчас, мы сейчас не сможем, сейчас мы сделаем. Кажется, я догадалась. Но все равно нелогично, я, блин, бегала как дебил последний, искала этот способ получить синюю краску. Вы не представляете, сколько я бегала, я час бегала. А, и просто вы этого не видели, я с это самое... Обрезала, короче, все это дело, потому что я реально пыталась как-то, знаете, чередовала, пыталась как-то заставить этого павлина уснуть летом, пыталась перекрыть воду какими-нибудь способами, там, что я только не делала. Потому что нет синего цвета, но оказывается норм. Оказывается, а он откуда-то взял и появился? Откуда он здесь появился? Кто-нибудь объяснит мне? М? Вот, вот что? Это нечестно. Вот это нечестно. Как я могла догадаться, что уже можно ставить... Что сюда можно поставить вообще? Это пипец нечестно. И откуда здесь синий взял? Это типа синий с самого начала был? По-моему, это белый. Просто с тенью. Это нечестно. Я... Меня обманули. Ну, правда, это же похож на белый был, только с тенью. Ну, как так-то? Я тут как дурак, ищу синий цвет. Блин, так не хотелось смотреть прохождение, самой хотелось, но, блин. Если бы тут был синий цвет, до меня, может, дошло бы рано или поздно.
А я как дебил искала, ну, что я сделала вообще, мне же где-то нужно. Ой, печаль, тоска, короче. Я разочарована. Не знаю, знаете, вот даже не, может быть, я все-таки как-то сделаю видео с моими попытками чуть подлиннее. Как это сказать? Ну, может быть, 25 минут я поставлю, как я пыталась понять, что мне делать, и 5 минут вот этого, то, что мы сейчас сделаем. Просто, чтобы вы ощутили. Она застряла там. Я, по-моему, не в ту сторону, да? Только не говори, что она стала... Она что, такого же роста? Да ладно. Японские городовые. А как ты статую-то протащила, спроси, скажи мне. Your rainbow statue is finished. Oh! How magnificent, Nightair. He has mastered the task well. Thus, he has done the impossible thrice. Fate doesn't seem to question him. May he take the key to the dream chambers now, and may he leave our realm, if he so wishes. Many thanks, Your Majesty. Валим отсюда. Обалдеть. А, это была не статуя, точно, это же свет был. Хорошо, так, ключ ты мне дала? Все замечательно, уходим отсюда вообще. И туда пошла, кстати говоря. Ну, черт, я реально думала, что там нужен синий цвет. Думаю, как это сделать? Свечу я не то делаю. А тут вон еще оказывается. Какая жаль. Я порочила себе. Пойдем, чё. И расстроена. Прелестное место. Внушает надежды, да? Чё-то всё пропадает, все плохо. Нури на арфе. Так, вот это было плохо. Нури играла на арфе. Это очень плохо. Я так бесконечно, наверное, буду бегать, да? А, нет. Фига себе, врата. Стой, подожди. Подожди, а кресло чё? You want to pass over to the other side, Nightair? Да. Who? Down into the marble forest. As quickly as possible. Zandurin, Amorindal, Amil, Amis. What? You have to stay, Nightair. Чё? What? No, I have to... You have to stay, Nightair. Да фиг где. Мне обещали выход. A youngling? Oh, what times. I am Geron from another world. Why? Are you not my sister? What? How do you mean? Only my sister may enter the dream chambers. Is the queen your sister? She has granted me access to the dream chambers. Is that so? Oh, what times. What does the queen do in the dream chambers? She comes to wander the dreams that deal with the future. The magic of the harp is supposed to reveal things to her that are yet to come, but she's tormenting herself with those dreams. Oh, what times. The harp makes one dream of the future? The future, yes. Or the past. The Birdman shows us how it does this. Alas, it was never meant for that purpose, but to help the fairies overcome their dark dreams. The Birdman, I see.
I have to go back to my world, but this gate won't let me pass. Yes, there's a shadow resting upon you, like on all of the rest. They are possessed by that which might be. Alas, it's the past they flee. They do not challenge their fears. Thus they are restless and won't find serenity in the here and now. Please, I must go through the gate. The gate tests us. It will not open for anyone who is driven by fear. Why doesn't the gate let me pass? The gate tests us. It will not open. The harp chases off dark dreams? I have had a dream tormenting me for a long time, but I don't know what it means. The pain the dark dreams cause stems from the fears that haunt you. The harp is a window to your soul. It will reveal your worst fears to you, or cause you to despair of them. Has anyone gone through the gate lately? The last one who passed through was my niece, the Queen's daughter. I had instructed her in the secrets of the harp. For one day, she should have succeeded me. Дайте догадаюсь, кто это. Не Нури ли? I'd like to challenge my dream, with your permission. The way into the chambers was open to you. So will the path to your dream be. What do I have to do? You have to enter your soul and find the shards of your dream. What? Shards? Enter my soul? I'll help you. The music will send you into a deep sleep, and it will become a part of your soul. If you manage to sort the shards out, your dream will clear up, as well as the fears that cause it. This all sounds so complicated. Are you prepared to enter your dreams? Your голос какой-то унылый. I'm ready. Как будто бы она из анабиоза. And tell me of your dream. Ну, уровень в уровне это, конечно, сильно. What do you remember? I'm not sure. Don't be shy. Как это, знаете, there are no mistakes. Прием психолога. What is affecting you now? For those are the shards that need sorting out. Very well then. There's a crowd of people that opens like a curtain before me. I keep hearing an unholy voice. A black feather is falling from the sky. There's a fire burning at a stake. A man with a wooden ring in his hands. Now go and collect the shards of your dream. You can sort them out at the harp. Хорошо, давайте здесь тогда остановимся. Я действительно, знаете, постараюсь сделать серию, она, конечно, будет обрезана очень сильно, но, в общем, большую часть вы будете смотреть, как я мучаюсь, точнее, уже посмотрели, и потом я вот этот кусочек вставлю, чтобы вы поняли, как шла моя логика и почему у меня ничего не получалось. В общем, я не видела, там, там оказывается, был синий грёбаный цвет, я думала, что это белый, он не похож вообще на синий был никоим образом, он был, может, на блед, голубой, но не на синий, черт возьми. Печально, короче. Так не хотелось смотреть в прохождение, пришлось. Ну ладно. Эх, все равно обидно. Ну да ладно. Меня обманули! В общем, ладно. Остановимся здесь. В следующей серии продолжим. Будем надеяться, что в будущем нам не придется никуда смотреть, потому что я хочу все-таки как-то сама это все дело запилить. Тем не менее, я надеюсь, что эта серия вам, в принципе, понравилась. А если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, не пропустите финал этой игры, я чувствую, он уже скоро близится. А, и, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание, с вами была Севен, всем удачи и пока-пока.